В России полным ходом идет уборочная. Более чем с половины площадей урожай уже собран. О ситуации в Чувашии говорили на еженедельном совещании в Доме правительства. Ну и напряженная пора у нас по уборочным работам. В принципе, ровно так идет уборочная страда. Но, с другой стороны, погода тоже благоприятствует в этом году, как никогда. Для сбора урожая погода действительно идеальная. Однако, пока все зрело, не хватало дождей. В результате по всей стране урожайность ниже, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом урожайность ниже по стране на 7 центнеров с одного гектара. В Приволжском федеральном округе 14 713 тысяч зерна намолочено. Урожайность ниже на 9,2 центнера с одного гектара. Что касается Чувашии, то ситуация лучше, чем в среднем по России. С одного гектара наши аграрии не доберут всего чуть больше 3 центнеров. По данным на сегодняшнее утро, в республике зерновые и зернобобовые собрали почти на 70% площадей. В прошлом году к этому времени убрали только половину. Если сохранится хорошая погода и работы продолжатся такими же темпами, полностью урожай зерновых и зернобобовых уберут в первой декаде сентября, отметил министр сельского хозяйства региона. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Борис Андреев. Республика.